наинежнейшее, наинатуральнейшее, даже можно так сказать, платье Розетта. Материал действительно, конечно, классный. 88,045. И цена 1390 рублей. Цвета. Mm-hmm. Давай познакомимся с цветами. Сейчас мы видим очень крупные, нам хорошо видно зеленые вкрапления. Именно по ним мы будем ориентироваться. Это цвет зеленый. А есть еще бордовый оттенок. Он также будет. Вы заметите эти акценты, казалось бы. Но на самом деле, в данном случае, о цветах, если вдруг какой-то цвет закончится в прямом эфире, мы волноваться не будем. Самое важное, это крой и оригинальный подход к созданию этого платья. Поэтому цвета только лишь, ну, минимальное значение в данном случае имеет. Да, но если мы говорим о крое, то как же он придаст нашей фигуре идеальный и изящный вид? Вот ты знаешь, на самом деле, именно благодаря такому свободному крою мы выглядим изящнее и деликатнее. Многие полагают, что если мы надеваем что-то свободное, то выглядим на размер больше. На самом деле это не так, потому что прием, когда мы делаем а-ля карандаш в стакане, что называется, когда на нас одежда свободного силуэта, мы кажемся визуальнее на размер, а то и на два меньше. Поэтому пользуйтесь вот таким вот уникальным предложением. У нас здесь идет клеш, идет вот такой вот А-образный силуэт от груди. Как мы видим, очень хорошо, да, наше платье сконструировано. Именно в зоне подмышечной впадины начинается расклешение. Ну и, конечно же, невероятно красивый рукав, о котором мы тоже будем говорить. Давайте посмотрим на еще один цвет. Я еще раз напоминаю, что это цвет зеленый. Еще есть цвет бордовый. Мы как раз вот на Ульяне показываем вот эти вот мелкие цветочки, которые и, в общем, получается такой, знаете, не немного бордовый вид, но все это вот маленькие цветочки. Ну и, конечно же, хочется поговорить о деталях, о рукавах, вот, которые привлекают внимание. Потому что рукав, конечно, это то, что в корне отличает наше платье от любых других моделей. Вообще, сейчас нужно сказать, что для тех, кто следит за модой, не секрет, что все дизайнеры на неделях моды представили трендовые рукава. Трендовые рукава сейчас просто самый главный писк сезона, поэтому мы здесь видим также рюши, которые выполнены из того же самого материала в цветочек. А вот дальше мы видим такой фонарик, выполненный из приятного и очень правильно держащего форму вот такого, можно сказать, гипюра, да? Но поскольку у нас здесь вставлена специальная люрексовая нить, мы видим, как наш фонарик, он буквально держит форму. Посмотрите. Притом не колкий, материал очень приятный. Далее мы видим эластичную ленту, которая примет абсолютно любую форму, на любую ручку сядет безупречно. И также вы можете длину рукава варьировать, да? Вы можете расправить, сделать чуть удлиненную модель, можете приподнять и сделать ее более пышной и при этом изящное запястье показать. Да, действительно, знаешь, у меня такое ощущение, что наши девчонки на подиуме помолодели. Вот такое платье интересное. И действительно, вот я еще раз говорю, интересная ткань, которая сразу привлекает внимание. Согласна полностью. Ты знаешь, мне кажется, многие уже догадываются, что речь идет сегодня о хлопке. Хлопок в составе здесь в большей степени, он ощутим, он чувствуется. Да. Ткань действительно дорогая, но хлопок, он тоже бывает разный. И, как правило, когда мы говорим о 100% хлопке, если его правильно не обработать, да, он приобретает такой, ну, слишком простой вид. А вот здесь добавляется лавсан, и наш отрез ткани в момент становится более дорогим и более презентабельным. Ткань плотная, ткань хорошей тяжестью обладает, но при этом она так хорошо дышит, она не мнется, и, что важно, тянется. Потому что, когда мы говорим о хлопке, хлопок растягивается и деформируется, он просто отвисает, и все. А вот здесь как раз за счет лавсана мы видим вот такой вот эффект мемори, который дает ткани вернуться в исходное положение. Притом у нас, несмотря на такой пестрый, казалось бы, задорный принт, ничего не полиняет как раз за счет того самого эластана и лавсана. Да, действительно, задорно, но в то же время как будто мы помолодели буквально на несколько лет. И продано уже 43 платья. Посмотрите на размерную сетку. У нас осталось всего лишь 4 размера с 50 по 56. Поэтому, если у вас именно такие размеры, вам крупно повезло. Платье, платье действительно дизайнерское. Да. Я бы сейчас хотела, чтобы ты мне помогла, Наташа, да, подержи, пожалуйста, здесь вот. Я сейчас расправлю платье полностью, чтобы вы увидели правильное соотношение размеров. У нас платье идет в 50-м размере, наверное, в данном случае я буду рекомендовать брать на размерчик побольше, чтобы уж точно летом вам ничего не натерло, все было комфортно. Единственное, что, да, я хочу также обратить внимание на зону проймы, она у нас здесь подвижная, поэтому, когда вы выбираете свой размер,
собственно, не волнуйтесь, потому что ничего не натрет. Да, и вот эта вот самая такая деликатная зона, вот у меня тетя всегда переживает, да, что здесь неприятно, что здесь жесткие швы. Вот здесь все очень комфортно, все очень мягко, поэтому вот это платье, это как интерпретация летнего сарафана, новое звучание, знаешь, когда плечи все-таки закрыты, потому что для многих это важно. Поэтому вот эта цветочная тема, простота кроя и оригинальный рукав делают платье, ну, совершенно необычным. Осталось меньше 1 минуты для презентации этого платья. Ну и, конечно же, выбирайте то, что сделает вас летом, ну, идеальным, то, что сделает вас это летом роскошным, воздушным. Ну и, конечно же, вам будет удобно, прежде всего, само платье гигроскопично, сам материал впитывает влагу. И, конечно же, вы забудете, что вы находитесь в этом платье, а вид у вас останется опять очень интересный. Вы девушка со вкусом, которая знает, как одеваться. И размеры у нас только 4, с 50 по 56. Продано 68 уже таких платьев, поэтому, конечно же, торопитесь. Ну, вообще, хлопок сам по себе ткань, конечно же, дорогая. И сколько, если вы шьете, на платье у вас уйдет, а здесь цена 1390 рублей. У нас умный телешопинг. И зачем нам где-то ждать скидки, когда у нас здесь вы приобретаете все сразу, всю коллекцию целиком на лето. Обновите свой гардероб.